где-то в конце третьей главы романа, второго тома мертвых душ, нашел страницу очень, очень странную. Полковник Кушкарев, деревня, лес и клуж. На каждом доме вывеска большая, какой-то комитет, комиссия, депо. Здесь жизнь царит бумажная такая, чтоб что-нибудь понять, здесь не сносить сапог. Где-то в конце третьей главы романа, второго тома мертвых душ, нашел страницу очень, очень странную. Полковник Кушкарев, деревня, лес и глушь. Но наплевав на указания циркуляры, крестьяне только знают, все крадут, царят сплошные жуткие кошмары. А внешне так спокойно, вроде тут. Где-то в конце третьей главы романа, второго тома мертвых душ, нашел страницу очень странную. Полковник Кушкарев, деревня, лес и глушь. Мне вдруг защекотало что-то сердце, что-то напомнило знакомое, как сон. И я иду сам к зеркалу смотреться, но слышу лишь гитары тихий звон. Где-то в конце третьей главы романа, второго тома мертвых душ, нашел страницу очень, очень странную. Полковник Кушкарев, деревня.